Уважаемые козелчане, дорогие земляки, уходящий 2018 год мы провожаем с хорошими чувствами. Он был для нашего города добрым, динамичным. Многое из того, что было задумано, стало реальностью. Кызыл продвинулся в реализации программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Появились молодежный сквер, сквер на Ангарском бульваре, благостроенные дворы, детские спортивные площадки и новый детский сад. Развивалась дорожно-транспортная инфраструктура, внедрялись важные проекты, сделаны шаги в обновлении городского автобусного парка. Большое внимание уделяли совершенствованию деятельности наших образовательных учреждений, поддержке социальной работы. В будущем 2019 году нам предстоит сделать очень многое. Будет завершена реконструкция коммунального моста. По инициативе правительства Тувы в городе начнется создание индустриального парка. Достроим новую школу на Ангарском бульваре и начнем строительство школы на левобережных дачах. Продолжим строительство новых домов и переселение граждан из аварийного ветхого жилья. Решение пассажирских перевозок, борьбу за газованность воздушного бассейна города Кызыла. Будем решать и другие большие и малые проблемы города. Дорогие друзья, пусть наступающий год принесет вам процветание, энергию и жизнелюбие. Пусть сбудутся ваши мечты, и в новом году вам сопутствует удача, а в ваших домах и семьях будут тепло, достаток и благополучие. С новым 2019 годом!